Приветствую, друзья! Сегодня обойдемся без камеры, не буду свои фотографии закрывать обзор. Итак, ура-ура! Старт дан! Сегодня открылся сайт Redex для партнеров, которые уже имеют кабинеты, которые участвуют в маркетинге. Об этом узнали из телеграм-чата. Он кипит, то есть буквально каждую минуту несколько сообщений приходит. Да, и сейчас мы с вами пойдем в кабинет и посмотрим на функции, что мы там увидим нового, а он абсолютно у нас с вами стал другой. Да, я в него заходила, завела сюда технический аккаунт, вы вставляете логин, не забываем вставлять пароль и нажимаем кнопочку «Войти». Мы попадаем в шикарный космический кабинет, который будет настраиваться по нашему усмотрению. Вот здесь появились внутренние монетки. 30 проект. Это у меня, поскольку технический аккаунт, здесь площадок-то и не заведено. По сути, на других аккаунтах у меня там 500, 800 тысяч ред. Ну, я думаю, что нам с вами предстоит узнать, что это такое. Давайте почитаем. Можно сюда нажать и посмотреть, что это действительно внутренняя валюта. И мы можем ее с вами зарабатывать, поскольку это социальная сеть. Да, у нас сайт превратился в том числе и в социальную сеть. И мы можем зарабатывать и потом обменивать на биткоины нашу внутреннюю валюту. Классно. Смотрим дальше. Колокольчик здесь у нас недоступно. Для того, чтобы нам поменять фотографию, наводим вот сюда, под этого мужественного, брутального льва, судя по всему, да? Или мне так одной кажется. Изменить фото, и нам необходимо выбрать, как обычно, из какой-либо папки на нашем компьютере и вставить сюда фотографию. Выбираем из папки, там, где она у нас с вами есть, и вставляем. Так, давайте вставим вот такую, к примеру, фотографию. Загружается у нас файл. Угу. Замечательно, хорошо. Изменить статус на какой? Закрою пятую площадку, куплю себе яхту. Так, отлично, каждый придумывает свой статус. Мы можем изменять здесь код рождения. Соответственно, мы меняем страна, город, если что-то написано не так. Так, моя стена. Угу. Андрей, большое спасибо. Да, день, которого мы так долго ждали. Это нам обращение от босса. Так, хорошо. Что у нас здесь есть еще? Давайте нажмем на фотографию, посмотрим. Редактировать страницу. Ага, пол мужской. Очень приятно. Будем знакомы. Поменяем его на женский. Так, ну, дату мы здесь тоже с вами исправим. Не буду сейчас на этом тратить время, да. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Что ты хочешь? Число поставим. Так, ставим число. Вы можете рассказать о себе, да, что можно написать. Зарабатываю с Redex в команде. Далее смотрим, что такое безопасность. Пойдем все кнопочки нажимать. Да? Это когда я заходила, с какого браузера. Здесь мы можем с вами наблюдать, не шастает ли кто-то чужой. То есть мы здесь это сможем с вами посмотреть, но я думаю, что будет, конечно, и верификация включена. Контакты. Это как связаться конкретно с вами. Да? Мы указываем Skype, ВКонтакте, ссылка на вашу страничку. Твиттер, Инстаграм, если вы есть, личный сайт, пожалуйста, телефон. Ну, наверное, телефон с мессенджерами, да, тот номер, который у вас привязан. WhatsApp, Telegram, Viber. Далее, платежи и переводы, история, да, вот она есть, история. Угу, хорошо. Так, черный список тоже, кстати, есть. Так, хорошо, Redcoin. Это наш баланс, социальный баланс. Вывести тоже можно будет. Минимальная сумма для вывода 500 тысяч, как же их назвать,
Redcoin, да? Хорошо, пойдемте тогда смотреть, что у нас здесь есть левый, на левой панельке. Это мы с вами отредактировали, безопасность зашли, сюда зашли. Пойдемте посмотрим партнерская программа, площадки. Но Андрей сказал, что сейчас еще площадки не запущены, еще мы с вами пока не увидим, что у нас здесь. Да, основные площадки – это общая позиция. Все площадки 12, основные 10, дополнительные 2, мои 2. Ну, казалось, что это просто технический аккаунт. Да. Так, здесь тоже можно будет погулять, посмотреть, что здесь такое. Перейти сейчас не работает, друзья. Он выдает ошибку. Я пробовала нажимать. Пока что недоступно. Дальше. Приложение. Здесь есть две интересные штуки. Фильмы и сериалы на Иви. Мы можем выбирать и смотреть совершенно бесплатно в очень хорошем качестве. И здесь есть сервис вебинар. И причем вебинар, друзья, уже заряженный на понедельник, 5 марта. На, как обычно у нас проходит по понедельникам вебинар с основателями. Если кто не знает, повторюсь, да, по понедельникам. Сейчас не каждый понедельник через раз, но следим за новостями. Итак, начало проанонсировано, значит, мы с вами завтра его увидим. Посмотрите, как здесь здорово. Мы можем с вами пройти тест системы для того, чтобы, придя завтра на вебинар, сразу услышать и увидеть, да, а не бегать по чатам и не смотреть, а у вас показывает, а у вас слышно, а у меня звука нет и так далее. Мы делаем тест системы. Выполняется проверка, и он нам сейчас напишет о скорости пинов, да, браузер, вот флеш у меня все есть, разрешение экрана. Если у вас вдруг стоит нет флеш, браузер капризничает или разрешение экрана не соответствует, пожалуйста, зайдите вот сюда, в левый верхний угол браузера, строки браузера, где написано «Защищено», и напротив флеш выставите «Разрешить». Чаще всего он у вас, если вы первый раз зашли на сайт, здесь будет заблокировано нажать «Разрешить», всегда «Разрешать» на этом сайте. И затем перезагружается страничка. Все, друзья, и у вас будет отличное видео и звук. Вот здесь есть проверка, вы можете ее нажать, пойдет видео, будет звук. Иногда. Вы его слышите, значит, у нас все хорошо. Запустить тест, мы тоже запускаем проверку. Но пока вот такие вот классные у нас новости. Так, друзья, давайте нажмем, что у нас здесь за друзья. Друзья подгружаются. Угу. Олег, тезка, можно сказать, приветствую. Татьяна, ну давайте, да, подтвердим заявку. Друзья, мы здесь тоже с вами собираем редики. Мы собираем, поэтому мы и подтверждаем заявку, друзья, и, конечно же, отправляем эти заявки. Очень классно, очень интересно. Да, здесь можно почитать о нас. Давайте еще посмотрим. Нажмем о нас. Пока недоступна функция. Возвращаемся назад. Вернулись назад. Так, и на нашей стене можно будет писать посты. Поэтому, как написал сегодня Евгений в Телеграм, учимся писать посты. За каждый лайк на нашем посте, который мы разместим в нашей внутренней социальной сети, мы будем получать наши уникальные монетки, друзья. Мы будем зарабатывать, да, и что написано на нашей стене, будут видеть другие люди. Пока не знаю, как технически это будет видеть. Ну вот, вот такой обзорный кабинет. Я счастлива, здорово, классно, красиво, когда подключатся площадки, будет вообще невероятно. Если у вас еще нет ссылки на наш телеграм-канал, и вы хотите первыми узнавать, посмотрите, за эти 6 минут, что мы с вами разговариваем, у нас в чате вон какое количество непрочитанных сообщений, да, больше 60 было. Вот, если у вас нет ссылочки на наш телеграм-канал, под этим видео она будет. Добавляйтесь к нам в команду, пишите в скайп, спрашивайте, задавайте вопросы. С удовольствием отвечу. Ура! Redex сайт запустился с весной, с приходом весны, с обновлением нас, друзья. Спасибо, с вами Ольга Овчинникова.